Продолжаем наше с вами выживание. Так, у меня две новости. Одна хорошая, это что я мог завалить черного мишку и добыть себе оружие, ружье. Но вторая плохая, то что 47% у меня осталось от него, и он у меня больше не хочет стрелять. И плюс медведь мне порвал одежду. Пришлось сделать вот такую шапку и вот такую вот накидку. Так что давайте, наверное, двигаться дальше. Сейчас мы с вами поедим. Причем плотненько я тут себе наделал еды. Сейчас полностью съедим и будем двигаться отсюда. Так, давай, есть. Ага, запить надо, да? Сухомяточку вообще не идет. Да, хорошо. Сейчас мы доедим и отправимся с вами дальше. Я же говорю, это была жесть. Я без записи думал, пройдусь, посмотрю, пособираю палочки, чтобы нам этого всего хватило. И тут бонжурн, и на нас нападает мишка. Так, давай есть полностью. Хорошо, есть картоху. Есть суп. Да, надо было, конечно, бонус сделать, но ладно. Все, оставляем все здесь. Сушеные кишки, я не знаю, наверное, тоже оставляем. Мы сюда еще потом с вами вернемся. Давайте, наверное, двигаться дальше. Надо будет не забыть, что у нас здесь лежит оружие. И как раз же я здесь специально делал метки, когда мы будем с вами отправляться на совсем другую локацию. Нужно будет позабирать это все как-то. Да, вот у нас... Нет, не туда нажал. Вот карта. Вот, вот эти две метки. Запасы, запасы. Ладно, давайте двигаться. В принципе, у нас и топор, и пила, и нож даже есть. Не знаю, может, надо было топор выложить. Вот это, что я думаю. Ну, мне для лука, чтобы изготовить лук... Где ты? Вот лук. Нужен сухой молодой клен. Где его искать, я вообще без понятия. Давайте, наверное, вперед куда-то туда отправимся. По прямой. Исследуем. А потом уже, если что, вернемся. Да, ну, мишка на меня напал, конечно, неожиданно. Я нашел ружье, выхожу. Ружье с вами нашел, получается, где... Вот тут, где висящий мох. Короче, где-то вот тут был домик, и где-то здесь я его нашел. Забираю ружье, заряжаю, на меня бежит волк. Я же его нокаю, так сказать. Пока мисс тиммейты его не прибежали, думаю, разберу его. Пока разбираю, слышу, мне на правое ухо кто-то дышит. Поворачиваюсь, это Потапыч. Михаил Михайлович. Порвал одежду, порвал все, все антибиотики, все, что было, все мази, все на него и потратил. Ну, что поделаешь. Это просто селяви, как говорится. Давайте зарисовывать. Не забывать. Да, а факела у нас с вами нету. Синий только, ну, по-моему, если не ошибаюсь, то... Только красный отпугивает животных. Но вроде тоже у нас нету мяса сырого. Нам бы куропаточку поймать бы. Было бы вообще отлично. Так, вороны. Давайте пройдемся, перья пособираем. Если не ошибаюсь, мы можем с вами потом сделать... Так, погоди, 15 минут. Что-то мы сможем с вами сделать какую-то штуку. Где она? Это тоже спальный мешок из медведя. Надо две штуки. Я одного еле завалил, понимаешь? Мне теперь нужно найти, во-первых, как... очистить. О, а вот и волк еще один, которого я туда пытался. Так, замороженное мясо мне не надо, шкуру и кишки я бы, наверное, собрал бы.
А знаете что, надо будет вернуться сейчас, наверное, я думаю. Я думаю, надо будет сейчас вернуться. Ага, запах есть. Давайте, наверное, вернемся, положим шкуру на просушку на наше место. Кедровая ведь? Кедровая нет, кедр мне не надо, мне еловая нужна. Давайте вернемся, потому что, во-первых, у нас перегруз. А во-вторых, наверное, пилу оставим, топор выложим, потому что он тоже весит. И весит прилично. И весит, ребят, прилично. А у нас с вами огромный перевес. Давайте пробежимся. Давай кедровое разломать. По-моему, если не ошибаюсь, березку и ель мы сможем с вами пилой разобрать. Но если нет, то это будет максимально большая моя ошибка. И придется потом возвращаться назад. Ну, что поделаешь. Таково выживание здесь. Блин, если б честно, я бы, наверное, обосновался в этом городе. Ну, полуразрушенном городе. Здесь бы где-то лунку, наверное, выкопал бы. Ну, если здесь озеро было. Потом бы усовершенствовал вот эти вот штуки. И сделал здесь себе теплицу, если можно было. Мне реально не хватает маленькой теплички для выращивания овощей. Вот реально мне не хватает ее здесь. А хотелось бы. Так, мы сейчас выложим шкуры. Выложим с вами шкуры куда-то вот сюда. Так, дай сюда, дай сюда. Где наша шкура? Вот шкура, бросить и кишки. Бросить. Кишки пусть тут будет у нас. Так, где еще одна? Где кишка, игра? Ага, вот она. Все, у нас теперь есть три волчьи шкуры. Что мы варежки из меха, кролика, 4 штуки, высушенные кишки, 2 штуки. Ну и тоже, пока мы с вами не будем готовить ничего такого. Так, давай, наверное, мы пилу оставим. Топор мы с тобой выложим. Вот так вот, да? Сделаем. Сигнальная ракета, не знаю, буду я тратить, не буду. Баночку тоже давай оставим. Одной штуки должно хватить. По поводу рыбалки я не уверен, что я буду рыбачить. Ладно. Все, пошли. Пошли, пошли, пошли. Мы уже согреваемся, да? Я так понимаю. Или переночевать все-таки здесь, а с утра уже пойти. Что по поводу спичек? Так, спичек у нас есть. Случайно не туда нажал. Все, ладно, пошлите. Это у нас, наверное, вес такой из-за кедровых этих. Из-за кедровых бревен. Давай пробежимся. У нас с вами даже тут где-то энергетик есть один. Давай. Чтобы нам хватило энергии побольше. А согреться мы сумеем. Если не ошибаюсь, даже с помощью факела можно будет согреться. Так вот, про что я говорю? Я же говорю, мне не хватает реально тут какой-то теплицы, полноценной рыбалки, чтобы я поставил жерлицу и забыл про нее, только рыбу забирал. Я понимаю, что леска может порваться. Я понимаю, что там, к примеру, крючок может затупиться. Но я не понимаю, когда, к примеру, металлическая приманка, ну то есть вот эта блесна, когда она ломается, от чего? Непонятно.
Так, в любом случае, сейчас попробуем забрать перья здесь. И нужно где-то будет найти дерево и сделать себе лук. В любом случае он нам нужен. Ну, то есть, как ни крути. Так, все, волк, ты... Ага, вот перо. Ворон. Ворон. Есть, сколько у нас перьев с вами? 5 штучек. А на подкладку нам нужно будет с вами... Повязка, повязка. Орешки. Значит, чего-то не хватает, либо... Вот, утепленная подкладка, ткань, пух. А, это пух карапатки, это не перо. Перо, значит, нам для стрелы понадобится. Окей. Значит, будем искать куропатку. Значит, будем искать с вами, ребят, куропатку. Так, не забываем, правильно, что делать? Вот так. Отмечать. Отлично. Сейчас надо будет и мост отметить. И не забыть, когда мы будем делать переход, переход тоже отметить. Так, а вот этого домика я не видел. Давай посмотрим, что там есть. Блин, надеюсь, мне реально топор не понадобится. Блин, вороны летают. Может, тут где-то тело лежит какое-то? Головная боль. Головная боль. Ага, у нас вроде есть обезболивающее, да? Да. Почему? Не помогло. Это средство не помогло. А что тогда ты хочешь от меня? Что тебе может помочь? А, здесь я, да, по-моему, ружье нашел. Да, вот здесь я ружье тогда нашел у этого челика. Ладно. Идемте. Это, наверное, из-за энергетика. Это, наверное, из-за энергетика, ребят. Ладно, давайте пробежимся. Потому что нам скоро придется опять разводить костер и опять где-то ночевать. Набираться с вами сил. Еда, в принципе, еще есть. Я могу за это не переживать. Сейчас давай грибы сделаем. Заберем с собой. Гриб есть. Собрать. О, могли бы для грибов сделать себе тоже какую-то тепличку. Маленькую. Тем более, насколько я знаю, грибы любят, когда влажно и темно, что им, в принципе, освещение там и не нужно большое. Так, что это? Это машина, это машина. Так, отлично. Опять головная боль. Да, я понял, это из-за того, что мы... Что это такое? Сухой паёк. Это из-за того, что, наверное, энергетики мы выпили, из-за этого у нас и башка и болит, да? Давай выпьем еще. Это средство не помогло. Ну, более утоляющее. А главная боль — это не одно и то же, я таки извиняюсь. Есть врачи, кто меня смотрит? А ну скажите мне. Более утоляющее и главная боль — это не одно и то же? Так. Ага, сколько тут заек? Сколько тут заек, я не знаю. Опять же, наверное, пока Мизя далеко не ушел, надо будет заек вернуть, либо здесь их разобрать и положить. Сейчас посмотрим. Так, кедровые, кедровые, кедровые. Кедровые. А зайти я не могу, да? Блин, ну зайки мне, в принципе, пока не нужны. Честно, зайки мне пока не нужны. Мне бы перепелок. Да и не хотелось бы с волками встречаться. Вон волки. Вон волки позорные. Мне бы по-быстрому отсюда уходить бы.
где-то в какое-то место. Не знаю, пойдем по дороге. Пойдем по дороге. Возможно, там с вами и заночуем. Так, деревья поваленные, хорошо. Это тоже зайки, это волки. Не, зайки мне не нужны пока, мясь. Как бы мне не хотелось охотиться, мне зайки пока не нужны. Куропатки, да. Нужно сделать будет из куропаток себе что-то типа шарфика утепленного, ну либо варежки. Ага, и медведь вон вдалеке. Вижу мишку вдалеке. Так, зарисовать. Ага, волк поймал зайчика. Волк поймал зайчика, но мне это не интересно. Все, я ухожу. Это твой зайчик. Так, все, идем дальше. Опять же, надо не забывать собирать палочки. Пригодятся на растопку. И надо будет скоро костер разводить, из-за этого я и собираю эти палочки. Так, зарисовать, хорошо. Забрали. Да, когда будет лук, я надеюсь, что будет попроще, нам полегче. С охотой и со всем. И надеюсь, что стрелы не ломаются. Потому что стрела будет ломаться у нас, это будет печалька. И надеюсь, что возможно будет забрать эти стрелы с собой. Так, опять зайки. Ага, вон и березки вижу, ребят. Вот я вижу и березки. Отлично. Давайте пойдем заберем березки. И, возможно, здесь переночуем, разберем заек. Не знаю, брать с собой мех, я думаю, нету смысла. Потому что меня по весу, как бы я не вытягиваю. Так, зарисовать. А вот деревцо. Березка, деревцо. Так. Ага. Взять. Не помню, зачем оно нужно. Что из него изготовить. Либо стрелы мы делаем, либо... Либо что мы там делаем? Напомни мне. Ага, вот, мол, да. Стрелы мы будем делать с вами. Хорошо. Так, возможно, мы сейчас с вами здесь и заночуем где-то возле камушка. Так, где-то вот здесь, да, наверное? Да, здесь вроде даже... Вроде даже и ветер не дует. Отлично, нам нужен вот это вот, разжечь огонь. И надо будет попробовать как-то с увеличительным стеклом это сделать. Хорошую погоду, ясную. Угу, не получилось. Давай еще. Блин, может куда-то сюда его поставить? Мало ли, может волки либо медведь захочет напасть на нас. Ага, я не могу. Ладно. Ну, значит, вот так вот. Так, труд у нас 3 штуки есть. Отлично. Ой, а кто-то идет? Или это мне кажется? Это мне кажется, ребят. Так, отлично, древесина. Ага, кедровые дрова, палка,
О, отлично. Ну что, поохотимся на зайку? Либо давай... Давай посмотрим, что у нас здесь с вами есть. Так, вода. Поставь чашечку сюда. Готовить. Чашку кофе разогреть. Все, выпили. Энергии добавить нам немножко, да? Во, согревание и энергия. Отлично. Что по весам? 31 из 34, да? Блин, 5 килограмм надо было выложить металлолома. Ладно, что мы можем починить здесь? А, пила 100%, 100%. Все по 100% действия, ремонт. Давай так делать. Я не знаю. 31, окей. Усталость. Тогда давайте, знаете, что мы делаем? Сюда куда-то вот так вот. Спать. Хотя бы 8-9 часиков. Падла. Семь часиков, давай, сон. Надеюсь, мы сейчас не замерзнем с вами. Надеюсь, мы не замерзнем. Не, нормально. Ого, ого. Так, костер забрать. Невозможно разжечь. А смысл разжигать, если разломать? Холодно, да? По-моему, если не ошибаюсь, с помощью факла... Факла. С помощью факла мы тоже можем согреваться, да? Или не? Ладно, ладно. Давайте пройдем куда-нибудь подальше. Заик пока трогать не будем, что по поводу еды. Да, еще есть. Мало, конечно, еды, но все-таки хоть какая-то она... Еда присутствует. Есть. Ну все, все, не пугай меня. Давай тебя тоже заедим. Пить. Все, хорошо, пошлите дальше. Пошлите дальше. Надеюсь, тут березки с вами... А, хотя куда дальше? Куда дальше, ребят? Я же хотел уже зарисовывать это все. Может, на обратном пути зарисуем, как думаете? Может, пока мы просто продвинемся вперед? Ну, просто до конечной, чтобы упереться туда, посмотреть, что у нас здесь находится. Ну да, я здесь ничего не зарисую. Потому что я здесь ничего не увижу. Главное, чтобы не увидеть здесь волка. А то все остальное мне как бы не важно. Ни волка, ни мишку. Так, здесь ничего нету, да? Тупик. А, нет. Так, отлично. А можно зайти? Ну, разработчики. Вы издеваетесь, мой персонаж не может тут подняться? Вы серьезно? Может, хорошо. Я думал, реально мы не сможем подняться. Так, бросить тушить нет. Собираем шиповник. Идем дальше. Вот реально мне тут бы сейчас бы зарисовать это все. Ого. Что это за переход такой интересный? Покинуть отрадную долину.
А в какую сторону мы движемся? Сейчас посмотрим. Если в том направлении, в котором я думаю. Ага. Перевал смотрителя. Мир. Перевал смотрителя. Прибрежное шоссе. Не понял. Погоди. Перевал смотрителя. А у меня такого нету. Отрядная долина. Перевал смотрителя. А где оно находится? Загадочное озеро, ущелье, разбитое шоссе. Я вообще-то хотел на Волчью гору пойти, потом подняться в Пепельный каньон и там найти себе этот, как его... блин, рюкзак. Найти себе рюкзак там. Еще металл. Куда ж мне столько металла надевать, скажите мне, пожалуйста. Так, мы же можем тут поспать, либо не можем. Вроде бы, если я не ошибаюсь, факел как бы должен согревать нас или нет? Или кто там согревает? Так, а давай, наверное, разведем с вами костер. Попробуем, по крайней мере. И попробуем зарисовать это все. Потому что реально я хотел в Пепельный каньон туда отправиться. Так, где тут нету ветра? А тут ветер везде есть, да? А если я возле тачки сделаю? Хотя смысл, я ж не смогу спальник положить. Блин. Где тут нету ветра? А ну, эмблемка. Без ветра, покажись. По-моему, если не ошибаюсь, можно и в машине ждать, вроде бы, как бы. Так что давай попробуем. Так, с помощью факела. Палочек, конечно, мало у нас с вами, но... Ладно, сейчас попробуем согреться. Мне согревание больше волнует, чем, к примеру, там сон. У нас есть кофе, мы сможем там еще продержаться на нем. Так, добавить топливо. Хорошо, сколько у нас? 38 минут. Да. Чашка выбрать, отмена. Готовить не то. Так, крафт. Так, вот это вот. Начать делать. Отлично. Приготовить. 13 минут, 27 минут. Все. Выпить это. Все, бонус на согревание есть. Сколько у нас минут осталось? 19 минут. Так, вода. Пол-литра. 19 минут. О, как раз. Так, добавить топливо. Ага, нет ничего, да? Ладно, забираем. Все, 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 все. Ладно, пусть тухнет. Стой, 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 стой. Факел зажечь. Все, отлично. Думаю, знаете, даже как можно будет сделать. Сделать вот так вот. Так, потушить. Да, потушить. Сон на часик. Вы не настолько устали. Ладно, ладно. Не устали, так не устали. Я хотел просто сохраниться, потому что мало ли, что нас там ждет. Потому что мало ли, что там нас ждет. Так, сколько нам нужно подождать? Давай подождем. Я хочу просто зарисовать это место. Серьезно, я хочу.
реально зарисовать это место. Блин, как же мы замерзаем быстро. Во, хорошо. У нас есть что-нибудь разжечь? Древесный уголь. Сильно темно, да? Хорошо, разжечь факел. Ну, давай с факла попробуем. Факла. С факела. Попробуем с факела разжечь. Ладно, у нас нету трута. Ну... Давай в транспорте подождем. Что у нас по ощущениям здесь? По ощущениям минус 13. Температура воздуха минус 25. Влияние ветра 0. То есть в любом случае, да, мы с вами замерзаем, я так понимаю, зажечь. Мне нужно согреться. А чтобы согреться, мне нужны дрова. Ну вот дерево есть, у меня есть пилка. Разработчики, почему я не могу это использовать? Просто в любом случае я забуду здесь сохраниться. Вот есть. Ну эта палочка на труд пойдет. Надо найти место, где согреться. А тут нету такого. Тут такого нету, я так понял. Ага, еще тачка. Блин, как не надо, так палок прям хоть отбавляй. А когда надо, то... Вообще ничего нету. Тихо, тихо, тихо. Отлично. Интересно, хоть что-то кому-то выпадало из этого, из... С верхнего этого бардачка? Либо нет. Так, палка сделает труд. Повязка, повязка, труд. Начать делать. О, назад. Костер. Отлично. Давай попробуем разжечь с помощью факела. Знаешь, мы никуда с вами... Почти не продвинулись, но если я забуду реально здесь сохраниться, во-первых, а во-вторых, отметить все на карте, то будет все печально. Так, сколько? 15 минут? Ветка 10 минут разломать. Все, хорошо. Добавить факел, добавить. У нас факелов мало, 33 минутки. Водичка, поставить, отмена, готовить. Давай чашку кофе разогреть. Выпьем это. И по идее должны будем согреться. Да. Взять и давайте наберем факелов. Так. Слышал такую тему, что если кружить вокруг костра, то можно найти себе факел получше. Да, отлично, мы согрелись. Можем теперь спокойно с вами подождать. Мы ж не замерзнем. Сейчас должен рассвет скоро быть как раз. Подождать. А вот и солнышко. Отлично. Давайте зарисовывать. Во! Есть. И сходим вон туда, тоже это сделаем. Все, в принципе, мы с вами, по идее, не должны замерзать. Но даже если будем замерзать, то ничего страшного.
Давай пробежимся. Могу себе позволить. Молочка на труд. Давай вот сюда. Ой. Я не хотел уходить. Я хотел зарисовать. Ну ладно. Ладно, ладно, ладно. Сейчас нам нужно будет с вами найти труд, ребят. Очень много. Всё. Я начал замерзать. Начал замерзать с вами. Все, вот и переход. Хорошо. Побежали. Побежали, перевал смотрителя. Нужно теперь будет реально сейчас найти много палок. Давай, наверное, мы с тобой сразу же выпьем кофе. Это хоть какой-то даст бонус. Да, ну, замерзли, замерзли, ничего страшного, бывает. Сейчас... Ага, я не смогу. Не смогу это сделать из-за того, что здесь ветер, да? Да и дров у нас маловастенько с вами. Ладно, ладно. Так, не забываем зарисовать. Отлично. О, а вот и домик какой-то маленький. Требуется топор. А топор я с вами оставил. Я так и знал. Блин, я так и знал, что топор пригодится разломать. Вот так и знал, что нам топор пригодится. Ну ладно. А что, уже ничего не поделаешь, назад я возвращаться ж не буду, правильно? Хотя я мог бы, я парень простой, вижу дорогу, иду назад. Да, если без ломика, я бы его не открыл бы. Ой, хорошо, варежки, варежки. Ну, хоть чуть-чуть теплее. Это можно... А почему вы не говорили, что и тут и сзади можно в тачках садиться? Я этого и не знал, я думал, что это и все. Вот это я упустил, конечно, момент. Я знаю, вы мне, наверное, не сказали, потому что это я уже записал. Уже давно записал и выложил, но... Все равно могли бы как-то сказать бы. Что Арчи не тупит, ты еще на заднее сиденье можешь смотреть. Так, хорошо. Что у нас тут? Перчатки. Бесполезные. И ни одежды, ничего мы не нашли. Плохо. Так, у нас тут зайки есть, если еда закончится. Ага, привет, зайка. Мы его поймать сможем. Не знаю, будем мы его ловить сейчас, не будем ловить. Так, ты мне пригодишься. Так. Здоровье, здоровье, здоровье. Фу. Сейчас мы обыщемся. Согреемся. А потом уже будем заниматься зайками. Что у нас тут, что-то есть? Да, есть. Таблетки для обеззараживания. Fire — это полезная штука. Слишком тяжело. А ты как хотел? А кому сейчас легко? Нет, 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 нет. Где, где домик? Где домик? Пожалуйста, пусть будет тут дверка открыта.
Все, если не ошибаюсь, мы с вами сможем сделать вот так даже. И поспать часок. Пожалуйста. Я тебя прошу, не хочу начинать все заново. Тем более уже две серии выложил. Так, переохлаждение. Хорошо, мне нужно развести костер. Я могу здесь развести костер? Я здесь не могу развести костер. И что делать? Может просто поспать подольше? Ладно. Разжечь огонь. Разжечь. Возможно, здесь возле бочки сможем поспать немножко, чтобы остановить это все. Да, отлично. Все, есть. То есть мы же греемся, правильно я понимаю? Так, что нам нужно? Нам нужна вода. Выбрать назад, отмена. Так, разогреть. Выпить. Мы должны согреться будем. Мы должны будем согреться с вами. Оставайтесь в тепле 23 часа. То есть вот тут нужно бы, да, оставаться. Угу. А ничего не поделаешь. Я дрова уже потратил, хорошо. Вода, давай выбрать. Кипятить воду, готовить. Готовить, подождать. Забрать. Подождать. Забрать, поднять, все хорошо. Взять факел. Отдай, пожалуйста. О, здесь получше факлы будут. Факлы здесь получше будут. Назад. Хорошо. Тучек. Ладно, 8 на хватит. Хорошо. Заходим внутрь. Заходим внутрь и спим. 10 часов. Я смогу выспаться, я думаю. Да. Сон есть. Сейчас постоим, подождем еще в тепле здесь. Пару часиков. Темно. Темно, темно, темно. Ну, как раз заодно и полутаемся с вами. Это мне надо. Это мне надо. Так. Пустая банка. Мне не надо, не надо. Томатный суп. Пустая банка, не надо. Консервный нож, но у меня есть. Ладно, возьмем. Хорошо, полка. Так, что тут у нас? Давай потушим. Полка и обыскать. Блин, ладно. Давайте, знаете, как поступим? Костер. Ждать. 6 часов. Кровать, сон. 6 часов. Надеюсь, будет светло. Просто не хотелось бы по темкам тут лазить. Так, сразу давай пить.
Сразу давай есть. Есть, есть, есть. Где у нас тут поесть картошку? Отлично. И давайте ждать. Кровать, 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 кровать. Где кровать? Вот кровать. Сон давай на 4 часа. Я в любом случае здесь задержусь. В любом случае мы поспим еще с вами нормально. Выспимся. Все, отлично. В любом случае мы с вами выспимся. Что у нас по поводу температуры? Температура минус 3. А мне нужно находиться в теплом помещении, да? Оставайтесь теплее еще один час. Блин, давай потратим спичку. Возможно, костер вокруг будет нам тепло давать. Температура минус 2. А что я собрал, вы не видели? Чашка травяного чая. Так, я это потом выпью, по-любому. Ну, давай посмотрим, что еще здесь есть. О, еще одна ножовка. А у меня опять перегруз, ребят. У меня опять гребаный перегруз. Я, наверное, одну ножовку использую. Хотя, где я ее использую? Ладно, давай в том часик поспим. Мне главное, чтобы сейчас прошла наша болезнь. Все, мы теперь с вами полностью здоровые. Теперь что мы делаем? Металлические полки. Надо, наверное, будет делать здесь тоже, да, схрон с вами по металлу. Либо не надо. Либо мы просто зарисуем, а потом, когда назад будем идти, тогда уже и заберем это все. Отлично. Так, 0,7, 1 градус, 1,5, 0,7. Ясненько, понятненько. Перегруз у меня на сколько? Перегруз у меня на... На 10 килограмм. Перегруз, ребят, на 10 килограмм. Давай тогда, наверное, вот сюда мы все и сложим. Ремкомплект, да? Качество и комплект сюда. Дальше пилу одну сюда получше. Что у нас здесь еще есть? Факел разберем. 39, ага. Банка нам тоже пока не надо. Нож, камень, консервный нож тоже. Давай, наверное, 2 штуки оставим здесь. А, у меня даже их 3. 3 консервных ножа оставим. А что еще я взял такого, что у меня такой перегруз? Перчатки. Или что мы взяли такого? Так, действие собрать. Давай кожу соберем. Посмотрим, что у нас по поводу ботинок. Нужно ли их ремонтировать? Действие, да, ремонт. Отремонтируем всем наши вещи с вами. Отлично. 98, 43. 06, 06. Ага, 06. Носить, носить. Эти мы с вами ремонтируем. Вот это вот и проблема, когда есть много лута. Набор для починки. Блин, а у меня он... А он у меня вроде был, либо я один дома оставил. Не помню я. Да, я один дома оставил. Ладно, а что поделать? Ничего не поделать. Вообще ничего не поделаешь.
Нам придется здесь, наверное, с вами заночевать. Сейчас мы древесину положим вот сюда. Где наша древесина? Бросить, бросить все. Вот еще нужно будет березку. Да, я березку здесь оставлю на просушку. Березку на просушку оставлю. Когда буду возвращаться, я ее заберу. Ну, может, для ствола для крафта, может, вот тут я и сделаю ее. Так. Угу, дай сюда. Бросить, бросить все. Хорошо. Давай вот так тебя положим. Так, а тебя мы вообще уберем, ты нам не нужен, ты испорченный. Отлично. Все равно не могу понять, откуда у меня такой перевес. Вроде и пилку оставил, вроде и все оставил. И шпилу оставил же, правильно? Ну да, пилу одну оставил. Давай баллончик с краской один оставим. Где перевес? Что не так? Может, это все из одежды? Нужно будет посмотреть действия, собрать. Может, реально это все из-за одежды? Хорошо, собрать. Действия, ремонт не могу. Швейного набора нету. Мне главное, чтобы верхняя одежда продержалась еще немножко. Откуда такой перевес? Что мы с вами набрали? Скажите мне, пожалуйста. Где я 3 килограмма лишних набрал? Вспомнил. Вспомнил, что передать все. Так, 1 килограмм есть, хорошо. Пух, ну мало весит, мало весит. Набор, патроны. Банки. Блин, я не знаю. Опять еда просто набралась. Как думаете, может, это из-за еды, что мы с вами набрали? Просто я без понятия. Есть. Хорошо. Пить. Но вряд ли, я думаю, все, больше еды у меня и нету. Тогда в чем проблемка? Тогда в чем проблемка? Где? Где я не могу понять, где этот вес весь? Медикаментов нам столько с вами тоже не нужно. Давайте обезболивающее уберем. Потому что только место занимает. У него тоже срок годности есть свое. Интересно. Так, таблетки. Для очистки воды мне тоже это не надо. Это тоже, в принципе, все не надо. Мы так вроде с вами пьем. И опять же перегруз. Из-за чего? Килограмм. Использовать. Да, знаешь, что не работает, я просто использовал, чтобы легче стало немножечко. Блин, ну до этого ж и шли нормально все было. Алло, игра. Алло, игра. Что не так? Откуда он? 2 килограмма. Ага, древесный уголь, да? 2700. Покинуть. Здесь мы вроде зарисовывали уже. Да, назад. Хорошо, берем в руки баллончик. Где-то вот тут ты. Дай мне запасы. Вот тут вот так сделаем. Шикарно, надо будет не забыть. И давай посмотрим, что еще здесь у нас с вами есть.
Пробежимся, как раз крепче спать будем. Что еще у нас тут с вами есть? Здесь, по-моему, мы все обыскивали, да? Да. Не знаю, надо дальше двигать. А как двигать, если у нас реально нету свободного места? Куда нам с вами двигать? Че вечно escape нажимаю, кто мне скажет? Так, ты кто? И что у тебя здесь лежит интересного? А вроде ничего, да? Так, отлично. Труп, тачки, тачка, гриб. Не, наверное, все-таки топор. Все-таки, наверное, надо будет нам вернуться назад, лечь в баньке и дальше уже думать. Думать конкретно, чтобы его такого поставить бы, чтобы реально у нас места всегда с вами хватало. Но палки в любом случае мне нужны. Швейный набор мы с вами поломали. Вот это вот плохо. Он находится у меня, по-моему, там, где мы были в первой серии с вами. Так, заходим. Кушать еще у нас с вами есть. Пока мисс охотиться не надо. Благо. Хотя мало, две картошки, суп. Ну ладно. Нам бы 1,5 килограмма посвободить бы место. Нам бы 1,5 килограмма места освободить, и было бы вообще шикарно. Давай штучек перендать. Во. Ну, 200 кило, и тут 300 кило. А шо это так не работает? Не? Не хочешь? Понял. Хорошо, давай посмотрим. 33,79. Передать все. 34,99. Ага, понял. Так, не. Вот так вот. 33,49. А нету что оставить. Вот тупо нету что оставить. Камни нужны, монтировка мне нужна, кастрюля нужна. Можешь сковородку здесь оставить и забрать ее на обратном пути. Сколько ты килограмм весишь? Как думаете? Хотя вдруг там блинчики попадутся, и нам нужно будет блинчики с вами делать. Я не знаю, честно, чтобы его такого разгрузить. Факельные ракеты. Нож нужен, пила нужна. Я и так топор оставил. Вот из-за чего я хочу дойти до пепельного каньона и там уже с вами взять рюкзак. Плюс 5 килограмм. Я без понятия, честно. Ладно, давай. Давай спать. 10 часов сон. Нам, по идее, должно еды, и воды, и еды хватить, чтобы выспаться. Да, отлично. Давай пьем. Шикарно. Едим. Все, отлично. Спальный мешок. Еще давай, наверное, часов 6. А, я не могу, да? Окей. Подождать, пока не станет светло. Сохраняемся. На этом наша серия, я думаю, заканчивается. Следующее уже продолжим с вами. Тем более нам нужно будет уже и охотиться. Начинать на зайчиков. Так, все, сон 1 час. Сон 1 час. И на этом месте, наверное, мы уже и продолжим. Продолжим с вами наши приключения. Так. Где тут? Ага.
Нужно будет запомнить. Тут дорога, смотрите, есть налево. Перевал Смотрителя. Я не знаю, где этот перевал Смотрителя. Отрядная долина. Я в Отрядной долине начинал. А перевал Смотрителя? Что это такое? Я без понятия. Надо будет, наверное, налево потом сходить, посмотреть, что здесь происходит. Потом направо, через реку. И там уже будем разбираться. А, все, перевес прошел. Да, 31 килограмм, 35 плюс. А, ну все, отлично. Так что все, ребят, всем спасибо за просмотр. В следующей серии уже отправимся дальше исследовать. Так, какой это уже день мы тут с вами прожили? Уже 17, ну, в принципе, ничего, нормально. Живем понемножку. На хардкоре, конечно, было тяжелее. Я не уверен бы, что я даже потом ночь прожил бы. Так что все, всем пока-пока, да потом. И услышимся.